Об открытии собственного шляпного бизнеса кто-то из школьников вряд ли задумывался. Однако именно на примере такого предприятия в Институте развития образования решили преподать урок финансовой грамотности. Производство, конечно, не настоящее. Изделия будут бумажные. А вот система финансовых отношений вполне реальная. Каждой команде дается кредит 160 условных единиц. Через месяц их надо вернуть, иначе проценты. За это время средства необходимо пустить в оборот, закупить сырье по одной цене и продать товар уже по другой, раза в два дороже себестоимости. Ловкость рук и никакого мошенничества. И обязательно контроль качества. Контрафакт на рынок не выпустят. Она не должна развалить. Соответственно, делать так, чтобы она приминалась хорошенько, ходила, может быть, чуть-чуть побольше. Если шляпа некачественная, команда денег не заработает, а это убытки. Игра учит планировать работу на каждом этапе, просчитывать риски, возможную выгоду и непредвиденные расходы. В этой игре, как и в бизнесе, не все идет по плану. Обстоятельства оказываются сильнее. У каждой команды свой рецепт финансовой стабильности. Мы покупали все расходы, которые могли у нас попасться, поэтому мы покупали их подешевле, чем затем переплачивать. В результате именно команда кирпично-заводской школы оказалась в лидерах с большим отрывом. 300, 400, 50, 60, 70, 80 и еще 20, 500. Мы уже знаем, как планировать бюджет, как закупать сырье, продукцию, более качественную делать, чтобы не было каких-то случайностей. По статистике, только 4% школьников в возрасте 15 лет имеют знания в области финансов. Поэтому нередки случаи, когда молодые люди, получив финансовую независимость, совершают крупные просчеты. Оформляют кредиты и оказываются неспособны погасить задолженность. Открывают свое дело и несут серьезные убытки. Форма деловой игры сделает эту сферу интересной и доступной для детей разного возраста. В нее играют пятиклассники и студенты. Игра всегда воспринимается на 100% очень активно, с большим интересом как от детей, так и от взрослых. Для детей это огромное подспорье в том, что они, может быть, сейчас не понимают до конца, насколько важно в бизнесе, да и в принципе в любом проекте в жизни планирование своими финансами, но сейчас, столкнувшись с первыми жизненными обстоятельствами, с первыми тратами, у них начинает формироваться какая-то модель в голове, которая, возможно, в дальнейшем очень пригодится. Сейчас в школах экономическую грамотность постигают в рамках других предметов – уроки математики или обществознания. Кроме того, проводятся дополнительные занятия, также в игровой форме, в том числе и в Институте развития образования. Они затрагивают не только бизнес. Детей учат разбираться в коммунальных счетах и налогах. Эти знания пригодятся школьникам уже через несколько лет. Наталья Фомина, Андрей Разумный, Центр новостей.